Вот я и в Пятигорске. Город встретил меня небольшим дождем. Но я надеюсь, он мне не помешает пройтись по тем местам, где я запланировал. Сейчас направляюсь в сквер. Любое знакомство с городом здесь я начинаю с центрального сквера. Потому что, как правило, много достопримечательностей сосредоточено именно там. Очень популярное место в этом городе – кофейня Букасова, которая была основана в начале 20 века. Приятного аппетита! Спасибо. Спасибо! Приближаю сейчас к пироговским ваннам. И тут в округе чувствуется прям запах сероводорода. Как будто кто-то набздюнькал. Вот, сейчас подойдем поближе. Посмотрим, поизучаем, что тут такое. Здесь помимо самих пироговских ванн, есть так называемые бесстыжие ванны, которые находятся под открытым небом. Вот, идем смотреть. Бесстыжие ванны возникли в 1910 году на склоне горы Машук. Специально для этого были вырублены ямы, которые естественным путем заполнялись сероводородной водой. Но купание в них не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. При подходе к ним висит табличка с предупреждением о том, что ванны содержат большое количество сероводорода, радона и хлора, и это может привести к тяжелым последствиям. Судя по количеству купающихся здесь, эта информация не особо пугает людей. Некоторые даже умудряются пить ее, что категорически запрещено. Водичка такая кайфовая. Как это, в ванну прям горяченько, градусов 40, наверное, есть. А вообще эти ванны полезны при заболеваниях кожи, органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваниях. Добавок обладают еще и расслабляющим эффектом. Температура воды составляет порядка 50 градусов. За пределами ванн все выглядит не очень экологично. Ну все, я искупался. Офигенное чувство. Первый раз вообще такое пробовал. Вода горячая, как ванна прям. Очень здорово. Запах есть, к нему привыкаешь через минуту.
Но наслаждение, которое получаешь, это просто супер. Непередаваемо. Тем более на улице еще так прохладно. Дождик капает. И ты такой, обалдеешь. Супер. Автобус и такси для слабаков. Только пешком, только хардкор. За 3 дня намотал более 50 километров пешком. Кстати, хочу выразить огромную благодарность компании Fjokl за предоставленную курточку. Я сухой, несмотря на этот прекрасный весенний дождь. Курточка вообще не промокает, отлично. Компания Fjokl, свяжитесь со мной, пожалуйста. Был на Кавказе, я видел Кавказ. Широк горизонт, как предутренний час. Спокоен маршрут, и Вештау высок, и льется вино. Озеро Провал – это природный колодец, представляющий собой конусообразную воронку высотой 41 метр, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды бирюзового цвета. Придут молодежь, палочка сюда пошкрябывает, А спонсор сегодняшнего нашего обеда – кафе «Алла Верды». Бежит, бежит, иди сюда. Бежит, бежит. Еще хочет маленький, а? Ладно, давай, накормим тебя еще. Кушай, кушай, маленький. Че, ты не будешь показывать, как ты кушаешь? Убегаешь сразу. Я хотел для зрителей показать, как ты жуешь косточку. Свиной антрикотик. Хорошо залетает. Все, стоило покормить собачку. Теперь она меня преследует. Заделалась экскурсоводом. Да? Че, куда пойдем? А пришли мы сейчас к еще одному туристическому объекту под названием Эолова Арфа. А сейчас, дорогие друзья, вы можете наблюдать банды туристов, которые собрались здесь послушать интересные рассказы о Пятигорске. Будем говорить тихо, чтобы их не спугнуть. Вот такой вид с этой горки, где находится Эолова Арфа. Видите, отсюда конечная долина хорошо видна. И южная конечная. Вот он, Пятигорск. Давайте немножко послушаем экскурсовода. Мы будем сейчас продвигаться. Академическая галерея с правой стороны внизу. Выход на провал за эту беседку. И к диким ваннам. За пироговскими ваннами. Пироговские ванны не работают? Нет, друзья. А Пушкинские тоже? Не Пушкинские, не Пироговские, не Грязелечебница не работает в том объеме, потому что все это купил директор рынка. А.
А кто ему продал, мне интересно знать тоже. Вот того также надо спросить, а зачем они ему покупал. Да? А зачем они ему, директору рынка? Вот думайте. Это академическая галерея, куда мы идем. Я подруга и буду о ней говорить. Друзья, кто у нас спортивно подготовлен? А это, дорогие друзья, мы прибыли с вами к дому Эльзы. Старый заброшенный дом, который наполнен ужасами и мистическими историями. Известная легенда гласит, богатый купец Гукасов, владелец той самой кофейни, построил замок для своей любимой женщины Эльзы. После расставания она продолжала жить в этом доме. Но когда пришли большевики к власти, она была расстреляна, а труп был замурован в стенах дома. Местные говорят, что там слышны голоса по ночам и водятся привидения. Сколько бы вы мне дали денег за то, чтобы я переночевал там? Что мне особенно нравится в Пятигорске, так это дома. Здесь очень много таких аутентичных старых домов, которым уже под сотню лет, а то и больше, у них до сих пор живут люди. При этом они достаточно в хорошем состоянии, некоторые даже отреставрированы и выглядят очень здорово. Дворики открыты, то есть можно даже зайти вовнутрь, посмотреть, как все устроено. Это очень классно. Единственное, конечно, все портят пластиковые окна, но облик целым сохранен. Продолжаем тему мистики. Следующий у нас на очереди Пятигорский некрополь. Отличная погодка для посещения некрополя. Дождик, пасмурно. Такая аура мистики. Вот недалеко от входа интересный памятник. Год кончины 1885. Некрополь был построен по поручению тогдашнего губернатора Карла Сталя. И по удивительному стечению обстоятельств, именно его первого и похоронили на этом кладбище в 1824 году. Первоначальное захоронение Лермонтова. Знакомый привкус сероводорода, как в Кисловодске. Прям яичками так нормально дает. Как будто даже сильнее, чем в Кисловодске.
короче, самая вкусная вода здесь в Сентуках. Четвертая. Однозначно. Сейчас буду подниматься на канатке до вершины горы Машук. Особенность данной канатки заключается в том, что между начальной и конечной точкой нету столбов. Вот, то есть она держится исключительно на двух опорах, в начале и в конце. Тут есть возможность подняться туда и обратно. Вот, но это не для нас. Туда будем подниматься на канатке, обратно спускаться пешком. Что-то походу очень долго придется стоять. Придется как честный человек отстоять всю очередь. Засекаем время. Вот 20 минут ожидания, и мы поднимаемся наверх. Да вообще не страшно. Да, я не к сожалению, сегодня без полетов. К счастью, полеты были запрещены только над телевышкой, поэтому мне все-таки удалось запечатлеть город с высоты горы Машук. Сейчас иду посмотреть место, где Лермонтов стрелялся и, к сожалению, погиб. Официальная версия, почему он с Мартынова стрелялся? Причина. А вот вам музей рассказали, то, что он нарывался, он обозвал его, ну, часто его называл мартышкой, с кинжалом. Тут еще немножко взрослая версия насчет этого кинжала, что он имел в виду. Но Мартынов, он одевался на черкесский манер, то есть и Лермонтов при любом удобном случае его задирал. А тут девушки, представляете, девушки, полный зал девушек, ну почему бы ему не нарваться последний раз в своей жизни, поэтому...
Есть версия о том, что Мартына был, по-моему, в московской масонской ложе. Ну, модно было в то время, да, так находиться. И вот он хотел перейти в питерскую, потому что питерская считала, или наоборот, я не помню этот момент, она считала, что все знания, которые у нас в России тайные, они приходят с Востока. Вот он был этой точки зрения, хотел перейти в другую ложу. Ну, а там Столыпин и тоже как бы масон, не последние ложи, и как-то вот он подстроил этот момент. То есть момент, когда нужно было стреляться, они вроде бы как растерялись, уже начали пушки опускать, и Столыпин сказал, ну что вы, стреляйтесь. Так он присутствовал при этом? Не да. Они были, да. Он присутствовал, он был секундантов, его потом отмазывали со всех сторон, они и так уже были в опале. Некоторые были декабристами, сосланными на Кавказ. Да. Представляете, такой инцидент еще с дуэлью, конечно, они там шкерились. На этом мое путешествие по городам Кавказских минеральных вод закончено. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео, а также не забудьте подписаться на канал. Кто любую боль твою разделит, это друг везде, всегда с тобой.